Всем приветик! Меня зовут Света, вы на канале Happy Family. Добро пожаловать на канал! Если вы на нем впервые, заходите, располагайтесь, заваривайте чайку с печенькой и наблюдайте за нашим сегодняшним днем. А мы сегодня уже успели много чего с утра переделать. Ну, во-первых, я накормила индюков, собрала яйца, как обычно, все вот это сделала. А Лиза сегодня с утра сделала поделку. Лиза, покажешь поделку? Правда, Лиза там стоит и варит маме кофе? Мама! Да? Мама! О, кто-то покушал. Смотрите, какой Миша чумазый. Давай вытремся. Пойдем? Пойдем. Ты наелся? Давай вытирайся. Влажные салфетки мама не зря покупает в Линте. Ой, ну кофту надо уже переодевать. Лицо вытирай. Лицо. Это я переодену тебя. Лицо вытирай. Лицо. Подбородок. А здесь за холодильником хозяйничают кошки. Кушают. У них тут немножко пыльно. Лизка, пора за холодильником убрать. И вылиться, Лиза. Давай. Я так рада убирать за кошечками. А я тут кошкам варю холодец. Из утиных, куриных скелетов. Уже видите, как разварила все. Они прям потом с мясом и с костями это все съедают. Добавим туда хлебушка для густоты и будет супер. Не падай. Аусь. Что? Бульон. Ну, немножечко. Сегодня Лизе на очередь мыть плиту, поэтому мелочи жизни. Немножечко бульон плюхну. Ну, ради кошек. Довольная. А здесь у меня уже... Ой! Господи, как здесь жарко. Все запотело. Отпотевай. Здесь у меня жарится курятинка. Смотрите, как вкусненько. Че, наелся рыжий? Сидят, намываются довольные кошки. Скажи, я занят, не мешай. Мы сытые, нам ничего не надо. Самая голодная кошка, она будет есть, пока не треснет. Да, Маруся? Кс-кс. Тебя же жене лезет. Ага, все прибежали. Че это я тут у мисок даю? Ага. Вот так вот. Короче, Маруся не доедала в детстве, поэтому капец она теперь. О, рыжий решил пожрать. Вся Лизка принесла свои поделки. Это из перьев индюшиных мы сегодня сделали ручки. Да. Лиза а будет... первая моя. Да, самая первая неудачная, а эти уже красивые. Блин, не видно их так, да? Я их на фоне двери вот так покажу. Во, вот так. Длинные, видите, большие. Это индюшины. И Лиза... Они не режутся просто так. Да, Лиза будет дарить их кому? Учительница и себе одну оставить. Одно, учительница начальных школов, начальной школы. Наталья Геннадьевна и Ольге Филипповне. А вторую будет дарить учительница по ИЗО. Держи. А одну себе оставит. А еще у нас много перьев, поэтому мы наделаем кучу ручек. Это, кстати, отличный был бы подарок на День Учителя. Может быть, попозже подаришь, в октябре? Хорошо. Может быть, не сейчас, а наделаем, и ты всем учителям понадаришь. Да. Да. Надо найти разных паст, дешевых ручек. Да? Можно найти еще черную, красную. Красную подарить. Черную. У тебя сколько учителей? У меня Наталья Леонидовна, Наталья Геннадьевна, еще по музыке, начальных классов. Пять учителей. Ну, столько у нас перьев нет. Иди посчитай, сколько у нас всего перьев. Почему нет? Есть. А? Нет, я хотела, чтобы ты сделала синюю, черную, красную. Набор из трех. Хорошо. Но тогда надо 15 перьев. 15? И если только пойти у индюков посмотреть, может выпало. Но у них вряд ли такие перья выпадают, поэтому да. Отличная идея подарить на День Учителя учителям эти перья. Будет прикольно и приятно, и сувенирно. Напишите, поздравляете ли вы своих учителей с Днем Учителя, что вы им дарите. Ну, в смысле, это вопрос к детям, тем, кто школьники. Либо поздравляют ли ваши дети учителей и что они дарят. Приятно учителям, нет, как они реагируют на это. А мы снова едем к бабушкам, но уже сегодня не крышу делать, а машину мою. Потому что у нас кончился интернет, и мы не можем скачать программку. А на бабушкином телефоне она уже стоит. В общем, сегодня тепло, хорошо. Ага, я выяснила, что Лиза не слышала все мои задания, которые я ей сказала, потому что она здесь лазает по горе гравия. Лизка, в комнате надо все убрать. Что я еще говорила Лизе сделать?
Не знаю. Тогда придется делать это тебе. Так, не рассыпайте гравий на дорогу, Лиза. Ну что за баловство? А? Нельзя так делать. Давай, ура! Мишка царь горы, ура, кричи. Лиза, куда полезно? Только ты туда не лазь, ладно? Да я не такая уж. Я в своем уме, да? Да. Все, мы вернулись домой. А тут Катя. Покажи свою поделку или рано еще? Я еще ее не доделала. Попозже покажешь? Да. Ну ладно. Катя тут мух напускала в дом. Сейчас возьмешь мухобойку и будешь их лупить. Я не хочу их убивать. Ну здрасте, Катя, я сколько раз говорю, закрывайте двери. Я не говорила, ну даешь. Привезли корма. Остатки корма куриного Надежды Федоровны от мамы Сашины. Будем докармливать уток. Зашла в комнату, у меня тут такая милота. Сейчас покажу. Ты моя лёвушка. Смотрите, как спит. Ты моя сладкая. Ты моя халюся. Пуска такой смешная. Привет. Да, это хозяйка твоя. Привет, моя золото. Привет, моя Пуся. Кто тут носится, а? Да. А, Миша, скажи привет подписчикам. Скажи привет. Миша, скажи привет. Мама. Привет, скажешь, да, Рожке? Скажи привет. Привет. Бери, Рожки, бери. Пугать будешь нас? Бери, только аккуратно доставай. Это перья, да, Лискины тут лежат. Лиза умотала гулять. На подоконнике у нас теперь живут все эти хэллоуинские штуки. Ну, маски надо прибрать, а вот это вот я все расставлю. Смотрите, куда мы водрузили. Мама. Эти глаза. Мама. Мышки. Мама. Смотрите, прикол. Мама. А, и бокал тут. Что такое? Тебе эту штуку надо? Кого, маску? Мишка хочет поиграть, похоже. Сейчас, Миш, подожди. Маску. На. Нет? А что тебе надо? Вот это? Мишке нравится моя эта тыква. Да? Милота моя легла по-другому. Ой, шлятка. Вы как кошки Мама. Прикольно спят. А, конфеты надо? Да? Да! Да! У меня нету конфет, Миш. Как так, скажи, да? Надо у кого-то идти просить, да? Видите, ему никто не рассказывал про праздник Хэллоуин, а он уже знает, что надо идти с баночкой выпрашивать у всех конфеты. Сашка набрала себе пыва на пробу. Гиннес. А? Что ты тут набрал? Так, Мишка, не разбивай тыкву. Гримберген какой-то. Дабл амбре. О, Господи. А что ты говоришь, что полутора литров нет? Здрасте. Они не 0,5 лучше. Да ладно, 0,5. Это 0,5. Это мы чуть-чуть поменьше. Врушка, 0,5 две штуки. А ты говоришь, нету. У нас уже вечер. Где-то ветка, покажись. Это мальчики там уже ко сну готовятся. Их Лиска меряет температуру. Лиска решила позаболеть. Главное, бегала сегодня с подружкой, да? Ни в одном глазу не было. А когда мы пришла сразу... Да ладно. Мы тут с Лиской посидели, ножки отмочили, кремом намазали, да? А? Теперь Лиза меряет температуру. А потом будет рюкзак собирать. Пропускать совсем нельзя. Тут чуть-чуть пропустишь, потом отстанешь, а потом фиг догонишь. А я научилась записывать экран телефона. Поздравьте меня! Я натренировалась, у меня теперь получается, запись не срывается. И записывается не 40 секунд, как раньше. Вроде бы я молодец. Это значит, что завтра... Завтра я буду снимать те видео, которые я давно хотела. С Акинатором, например. Ну, в общем, вы все увидите, если вы подписаны на этот канал. И если вы подписаны на остальные мои каналы. Потому что не все видео будут выходить здесь. Все-таки я решила, что этот канал это влоговый канал. А другие мои творческие порывы будут выходить на других моих каналах. Если интересно, подписывайтесь. Постараюсь не забыть и ссылочку оставить в описании. Ну, а на сегодня все. Прощаемся с вами. Очень любим вас, обнимаем, целуем. Надеемся увидеться с вами в следующем видео на канале Happy Family. Всем пока!
спокойной ночи. Скажи спокойной ночи.